Да, и нам еще Лена из Питера подарила вот такой мармеладный тортик. Здесь вот магнитик. Можно его уже отрывать? Магнитик можно уже повесить в Санкт-Петербург. И здесь тоже, вот видите. Как еще Калинка купили? Баречка. Баречка. Какой Баречка? Ой, Дакич. А вот я-то думаю, что он на меня не реагирует. Дакичка, да кулечка ты мой. Да кулечка ты мой запулечка. Ты мой да кулечка запулечка. Глазки не видят. Все волосней заросло. Да купленной. Заросло. Мы с тобой... Мы вам, вот, да, мы вам бомбочку туда. Ну, вот эту вот, которая как жвачка должна пахнуть. Или как клубничная, наверное. А, это лепена кухни идет? Тихо, маленько. Или мозаику все-таки больше. Всем привет, всем доброе утро. Ариша у нас куда собирается? Ариша как-то неохотно у нас в садик собирается. Не ходила почти 2 месяца, наверное, еще не хочет ходить, да? Я купалку. Хочешь спать? А потому что надо мультики не смотреть, лежать до 11 вечера, а ложиться в 10, когда мама отправляет, и засыпать. А не сидеть до 11, мультики еще смотреть. Сегодня никаких мультиков вам не будет, раз вы потом не просыпаетесь вовремя. Вот и все. Мультики тогда до 10 вечера. Хотите смотреть мультики перед сном, значит, идем в 9, ложимся и смотрим мультики. Понятно? Вот так. Давай, одевай штаны свои. Не могу. Нет. Маме тоже спать хочется. Маме не спит из-за вас. Ничего. Мам, а сегодня покупку, когда мы не нравимся? Значит, сегодня папа приходит с работы в 9. Вы сразу ложитесь спать, смотрите час свои мультики. И в 10, как положено, будете спать. Привет. У нас сегодня солнышко. Радует с утра, да? Ага. Ну как сегодня холодно. Солнышко. А как вы были на стене? А как вы были века? Я тоже хочу, чтобы было лето. Чтобы можно было загорать, купаться, отдыхать. Да? Папа Лена и дедок нам ездил. Где-то можно купаться. Чтобы папа Лена с дедок к нам ездили? С дедок, да. Или может, чтобы мы к ним ездили? А когда они ездили, где-то можно купаться. Иди бери бустер, садись на... Иди бери бустер, садись на переднее сиденье. Ой. Ну куда в сугроб-то? Пойдем с этой стороны. Ты с этой стороны не зайдешь. Подожди, она закрылась. Как хотите, так и заходите, называется, в машину. Только под машину не свались. Привет, мой зубастик. Пошли зубы твои покажем. Эти уши полазили. Уши полазили, такой застеснялся, забоялся, зайка-трусишка. Пошли зубы покажем. Иди ко мне зубки посмотрю. Мам, мой зуб не только. Ну, здрасте. А почему не только? Не знаю. Зачем? Иди ко мне. Иди ко мне. Вот и мой маленький. И мой маленький зубастик. Покажи свои зубы. Покажи. Смотрите, у нас... Покажи мне свои зубки. Зубки в два ряда. Зубки в два ряда. Зубки в два ряда. Зубки в два... А? А это сегодняшний наш ужин. Картошечка. Шарики. Мы сегодня решили по-деревенски взять грибочки, зелепушка, овощи,
соусик, лучок, люляшечка, говядина, курица, шейка, этот, корейка порезали, хлебушек. О, сейчас нам будет вкусно. Приятного аппетита.